Здравствуйте, мы находимся на третьем этаже универмага ХЦ «Лейпциг». Меня зовут Роман Белоснежный, и сегодня мы поговорим о том, чем можно дополнить ваш осенний гардероб и какие осенние вещи наиболее актуальны. Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание на такой тренд, как шотландская клетка. Это платье от Stren-S. Обратите внимание на завышенную талию. Завышенная талия наиболее актуальна. В сочетании с шотландской клеткой это просто пик модной популярности. Следующая вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это пальто. Пальто от Penny Black. Такой яркий, интересный желтый цвет. И обратите внимание на меховой воротник. Мех в этом сезоне не обязательно должен быть натуральным. Мех сейчас на пике популярности и используется практически во всем декоре. И отделка из меха – это самый главный тренд этого сезона. Данное пальто дополнено яркими металлическими пуговицами. В этом пальто вы не останетесь незамеченными этой осенью. Следующее пальто – даже полупальто от Penny Black. Обратите внимание на крупную вязку, крупную шерсть в сочетании с набивным рисунком. Очень ярко, очень стильно, очень актуально. И это полупальто дополнит практически любой гардероб. Оно уже говорит о том, что вы стильный или вы стильная. И этот воротник при желании можно легко убрать. Получится обычное пальто с набивным рисунком, которое также подойдет к вашему гардеробу. Следующее пальто – черный цвет. Черный уже начинает потихоньку отходить, но все равно находится на пике популярности. Черное пальто слегка полупритального силуэта от Hugo. Идеально впишется в любой классический гардероб. При желании вы его отлично сможете одеть и с джинсами, и с брюками, ну и даже пофантазировать. Черный – наиболее универсальный цвет. Далее интересная юбка с таким рисунком в виде гусиной лапки. Получается, что рисунок постоянно играет при свете и будет отлично привлекать внимание как днем, так и вечером за счет высокого уровня контраста. А вставки из сине-черного и красного цвета на поясе сакцентируют внимание на вашей талии. Один из главных трендов это набивной рисунок. В данном случае это юбка от Пинка. Длина миди, скорее больше миди. Этот рисунок легко сочетается с однотонными комбинациями из рубашек, из футболок, из чего угодно. Эта юбка сочетается практически с любыми деталями вашего гардероба и идеально в него впишется. Также хочу обратить ваше внимание на контрастные яркие вещи. Не забывайте носить их. Яркая юбка длины миди, красный цвет, идеально сочетается с белыми рубашками, с черными рубашками. При желании вы можете сочетать ее с топами, с блузами, с кардиганами. Она будет привлекать внимание, и неважно, какую обувь вы оденете, ваш образ будет смотреться комплексно, полноценно, будет смотреться завершенным, гармоничным и стильным. Следующая деталь гардероба, на которую стоит обратить внимание, это брюки. Безусловно, брюки у нас могут быть любых моделей, любых форм, любых цветов. Самое главное помнить, что длина должна быть у нас укороченная. То есть не длинные в пол, а укороченные. Тогда это будет максимальный тренд, тогда они будут наиболее актуальными. И за весну, лето яркий принт, яркий рисунок на ткани также никуда не делся. Он еще остается в осенне-зимних коллекциях. Вы можете носить отдельно данную олимпийку, можете сочетать ее с блузой, с топом. Сочетание рисунков – это тоже очень модно, очень актуально. И согласитесь, эту комбинацию легко дополнить брюками, джинсами, юбкой, и она будет смотреться стильно. Вот такой краткий обзор самых актуальных вещей сезона осень-зима 2012-2013.